Теперь я был вынужден импровизировать. Никто из разведывательного подразделения не сказал мне, что Швайгер наш друг. Он мог мне помочь, нужно было обязательно его отыскать. Была лишь одна проблема. Берлин больше не был городом призраков. Русские прорвали оборону немцев, и сейчас их бронетехника направлялась к месту заточения Швайгера. Фрицы окопались на музейном острове. Я был бы рад дать им там сгинуть, но мне нужно было выиграть время, а значит, я должен был помочь им затормозить русских. Мой план был очень дерзким. Взорвать мост выстрелом с крыши музея и остановить продвижение танков. Затем, пока Ганс и Иваны будут рвать друг друга, я смогу проскользнуть в город и добраться до Швайгера.
брошенное оружие? Комиссар хочет, чтобы его на грузовике отправили в Принцлав. Что внутри? Только снайперская винтовка. Странно. Винтовка Мусина образца 1891 года. Красавица. Русские определенно умеют делать снайперские винтовки.
Найдите его!
него! Thank you.
versucht haltet weiter. Haltet die Augen auf. Haltet die Augen auf. Drüben!
Thank you.